Минимальные санитарные требования по безопасности условий пребывания детей при организации услуг дошкольного образования, предоставляемых в жилых помещениях индивидуальными предпринимателями. Настоящие санитарные требования применяются к организации услуг дошкольного образования индивидуальными предпринимателями в частных домах до 25 детей и в многоэтажных домах-квартирах до 10 детей. И включают требования к оборудованию и содержанию территорий, требования к помещениям, оборудованию и их содержанию, требования к приему детей, требования к персоналу, требования к организации питания. Требования к оборудованию и содержанию территорий. Территория должна быть ограждена, озеленена, иметь наружное освещение, содержаться в чистоте. Требования к помещениям, оборудованию и их содержанию. Должны быть предусмотрены место для раздельного хранения верхней одежды и обуви воспитанников, игровая зона, помещение для приема пищи, кухня для приготовления пищи. Каждый ребенок обеспечивается личными постельными принадлежностями, индивидуальным полотенцем для рук. Основные помещения и зоны пребывания детей должны иметь совмещенное освещение. Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых окнах. Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят 1 раз в месяц. Игрушки должны быть безвредными для здоровья детей. Требования к приему детей. Прием детей, впервые получающих услуги дошкольного образования, осуществляется на основании медицинской справки в соответствии с медицинскими формами за номером 063 и 026. Требования к персоналу. Работники должны иметь медицинскую книжку, проходить медосмотр при поступлении на работу и в последующем 1 раз в год. Вновь поступившие лица без документа о результатах медицинских осмотров и специальных исследований к работе не допускаются. Требования к организации питания. Питание должно быть разнообразным, свежеприготовленным, должны соблюдаться условия хранения и сроки годности пищевых продуктов. Индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги дошкольного образования, является ответственным лицом за организацию и полноту соблюдения минимальных санитарных требований. Более подробную информацию можно получить на сайте Министерства образования и науки Кыргызской Республики.